Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова, і у нас сьогодні отакі гості. Ольга Малярчук, голова громадської організації «Об'єднання матерів та дружин військовослужбовців «Оберіг», координатор волонтерського руху «Крила Фенікса». Сергій Танасов, голова спілки військовослужбовців. В'ячеслав Сімченко, директор товариства «Миколаївський тепловозоремонтний завод». І Валентин Тимофієв, член спілки військовослужбовців. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Говорити будемо про підтримку нашої армії та роботу волонтерів. А начать я хочу з того, що напомню нашим телезрителям, і ми з вами вспомнимо о том, що в марті в Николаєві состоялось таке ключове і масштабне событие, як фотовиставка Сергія Лойка з названням «Адський аеропорт». Название говорит само за себя, все помнят события в Донецком аэропорту. Эта выставка и у нас в городе, и в нашей стране произвела большое и неизгладимое, можно сказать, впечатление на всех, кто там побывал, и даже на тех людей, которые каким-то образом видели сюжеты в наших новостях, в новостях национальных телеканалов, где-то читали в интернете, такое забыть нельзя, но эта выставка имела еще, кроме всего прочего, кроме впечатления, кроме какого-то переосознания того, что происходит в нашей стране. Еще и второй момент. Был благотворительный аукцион. Все, кто хотели, приобрели работы Сергея Лойка. И вот после того, как были собраны средства, на них купили нужные вещи, нужное оборудование для наших ребят. Я сегодня, да, произошло событие, уже передали то, что купили. Давайте посмотрим сюжет моей коллеги Натальи Приходько. И дальше будем говорить о том, как собиралась, что было куплено, как это будет использоваться и что еще нужно. Пожалуйста. Виставка фоторобіт лос-анджелеського кореспондента Сергія Лойка «Пекельний аеропорт» пройшла в Миколаєві місяць тому. Тоді вдалося зібрати під час аукціону 50 тисяч гривень. Найвідоші миколаївці за 2 години розкупили всі експонати. Таким чином долучились до благодійної акції на підтримку поранених бійців. Безусловно, хочеться в першу чергу поблагодарити всіх тих, хто участвував в цій виставці, всіх тих людей, хто проявили своє бажання і хто приобрели ці картини. Закупити нове медичне обладнання для військового госпіталю на вирочені кошти – ініціатива організаторів виставки. Миколаївські кіборги протягом декількох місяців захищали Донецький аеропорт. Деякі в боях отримали поранення. Тому не з чуток знають, чого потребують військові лікарі. Після війни хочеться, щоб менше було ребят проблем. Я сам з цим всім сталкивався. Це дуже важливо і потрібно для всіх ребят, які були ранені. Дай Бог, щоб це вже все наконец-то закінчилось. 2 компресорних інгалятори, 6-канальний кардіограф, монітор добового артеріального тиску, електрохірургічний апарат. Медики такому поповненню раді, адже нове обладнання дасть можливість оперативно діагностувати і лікувати пацієнтів. Например, даний апарат, то есть не надо таскать за собой балон с кислородом. Это уже удобно. То есть можно взять любую розетку, включил, и уже пацієнт получає кислородные ингаляции. Спілка військовослужбовців і надалі проводитиме благодійні акції на потреби госпіталю. Вот сюжет короткий, все в ньому сказати невозможно, но основное було сказано. Сергій, хочу к вам обратиться. Що осталось за кадром? І давайте немножко, может быть, вспомним, як это все было организовано, потому что собрать деньги – это первый шаг. Дальше надо выяснить, что нужно, да, уже четко знать. Это и с медиками надо поработать, и с ребятами, которые находятся на лечении и реабилитации. Можно вот раскрыть секрет, как это все, как процесс шел? Так, процесс. Ну, давайте начнем с того, что нам очень сильно помогли организовать вообще эту выставку. Сейчас это Вячеслав Валентинович. Да, потому что без его участия мы навряд ли потянули ее. То, что это... Ну, это серьезный проект, понимаете, он очень масштабный. Плюс у Сергея были, ну, у Лойка, были определенные требования к экспозиции, да. Как должна быть напечатана, на чем. Ну, это мы с ним об этом разговаривали в Харькове на Харьковской выставке. Меня пригласили туда в качестве почетного гостя. Там Рахман был.
много ребят, которые были в аэропорту тогда. Вот первая выставка открылась, которая в Украине, это была в Харькове в феврале месяце. А получается, в каждом городе, где была выставка, вот эти фотографии распечатывались? То есть это не одни и те же, да? Это каждая экспозиция, делал для себя. Вот. Об этом никто не говорил еще. Ну да. Вот. И в Харькове были нюансы, так как, знаете, первая выставка, тем более Сергей Быстров, который ее там организовывал, вот она реабилитация была, тоже делал все это в телефонном режиме. Ну, были нюансы, которые надо было исправить. Вот. И когда пригласили меня туда, Вячеслав Валентинович узнал, говорит, так, говорит, 79-ка наша, Нацгвардия наша там, так что, говорит, давай, говорит, выставка должна быть здесь. Ну, благо, хороший человек Лойко, да, приятно. Сережа немножко скромничает, потому что с Лойко его связывают достаточно дружеские отношения, и во многом Лойко ему, наверное, без преувеличения обязан жизнью, потому что они познакомились в аэропорту при определенных обстоятельствах. Там. Хотя Сергей это все время рассказывает как-то комично и с улыбками, но тем не менее при свистящих мимопулях он там... Четыре суток прожил с нами. Много отснял. Сейчас иногда курирую вопросы по его книге. Ну, это такое, это будущее потом. Это уже следующий проект, который будет. Давайте вернемся к выставке. Вот она у нас состоялась замечательно, что все-таки удалось это все делать и сделать. И благодаря Вячеславу Валентиновичу также и вашему участию. Вот прошла выставка. Действительно, все ее помнят, то есть не будем на ней так подробно останавливаться. Хотелось, когда выставка проходила, дальше. Изначально мы планировали ее по другим городам передавать. Вот. Но потом стал вопрос, потому что я сам только с реабилитацией это приехал, тоже был на лечении, много ребят были на лечении. Ну, знаете, мы с тобой часто общаемся, и потенциал госпиталей между собой иногда обсуждаем, да, кто из ребят в каком госпитале был. Вот, как его там приняли, как ему там оказали ту или иную помощь. Качество, и да. Потом дальше уже, соответственно, в Николаевске все стараются потом перенаправить, стабилизировать состояние да, и отправляют потом на Николаев, дальше уже лечат здесь. А материальная часть в госпитале реально устарела очень сильно. Поэтому по-другому мы никак не можем ее возобновить. Тогда идея-то достаточно спонтанно родилась. Если сам факт выставки, это однозначно. Как только Сергей отзвонился с Харькова, то есть даже сразу мы решили, что мы это будем делать здесь. Но что касается благотворительного аукциона, сначала вроде идея появилась, потом как-то думали, предметы не для торга, не для аукциона, казалось бы, чтобы это все выглядело правильно, но при этом решили все равно это реализовывать, потому что это не банальная продажа, да, ради там чего-то, а это действительно благотворительный сбор средств, который идет на восстановление ребят, потому что, безусловно, очень важно обеспечить их бронежилетами, касками. Слава Богу, этот этап наша страна уже прошла. И немаловажно, сегодня опять, когда ребята находятся на передовой, они должны знать и понимать, что и тут в тылу о них тоже заботятся, помнят, и что они получат должное какое-то более-менее лечение, восстановление. А вы тоже приобретали работы? Ну, мы изначально профинансировали все эти работы. Я понимаю, да. Чисто по-человечески. Единственное, что, сколько? Конечно, так, по остаточному принципу, те, которые... То, что мы успели еще. Спасибо, там и обладминистрация, город-администрация поучаствовали. Очень многие известные люди купили эти работы, собрали 50 тысяч, вот они у нас есть, мы их видим дальше. Мы хотим на них приобрести самое-самое-самое необходимое. Как? Подруга, кто знает лучше, чем... свое королевство знает только король, правильно? И все его проколы. Идем к медикам. Идем куда? К начальнику госпиталя. У нас есть 50. Больше нет. Что имеем. Маем, что маем. Что мы можем на эти деньги купить? Максимально. Да. Приоритет. Сколько здоровья можно купить на 50 тысяч? Да, на 50 тысяч, грубо говоря. Был приоритет самых нужных медицинских
гаджетів, да, скажем. От, і цінова політика, що ми можемо купити. Був велоаргометр, да, ізначально у нас розглядався. Ну, там много нюансів. Там на один у нас денег не хватало, на другой пленки просто не найти, потому что она за границей. Здесь еще немаловажный фактор – расходные материалы. Расходные материалы, с которыми можно работать. Я понимаю, что мы можем купить там, дорогущую там, классную штуку, а и кто потом будет, проплачивать расходник туда? Никто. И чтобы она пылилась тоже. Поэтому подбивалась, знаете, как… Ну, все, что нам не надо, все, не то, что прям нам не надо, не знаю, как это правильно объяснить. Короче, искался, выбирали самое да, то, что можем пока что госпиталь, да, то, что на эту сумму, по большому счету, дали им право выбрать эти деньги. Они выбрали. Говорите, что мы на эти деньги закупим. Олечка, вы занимаетесь тоже непосредственно вот всеми этими делами, и, естественно, вы тоже держите руку на пульсе, что нужно медицинским учреждениям, вы в постоянном контакте находитесь. Это прекрасно, что сегодня было передано это медицинское оборудование, но на этом остановки не будет, потому что, к сожалению, нужно еще больше и... еще больше для того, чтобы все-таки выйти на этот качественный уровень, новый, и тот, который должен быть. Дальше какие действия, что, может быть, есть еще информация, может быть, что-то будет еще проведено для того, чтобы, может быть, таким образом собрать деньги, еще какие-то есть мысли по этому поводу? На самом деле мы постоянно стараемся подключать всевозможные средства, да, дабы закрывать в первую очередь по медикаментам ребят, и улучшать качество их пребывания на лечении. Соответственно, сейчас идутся переговоры тоже с диаспорами нашими украинскими, да, по всему миру. Слава Богу, они очень крепко нас поддерживают по приобретению оборудования. Но госпиталя, подчеркиваю, да, непосредственно госпиталя, потому что в первую очередь это госпиталь наш военный, и также сейчас на базе госпиталя Великой Отечественной войны мы надеемся в будущем увидеть реабилитационный центр. В них нужно вкладывать, начиная от ремонта и заканчивая элементарным. Это кровати, это диагностическое оборудование, это реабилитационное оборудование, это специалисты, которые, да, могут максимально квалифицированно помочь. Поэтому я думаю, что это не, конечно, за один год, к сожалению, вот у нас еще впереди долгий путь, но мы уверены, идем вперед, и я думаю, что ближайшее будущее все-таки максимально сделаем нормальные условия. Самое главное, что есть специалисты, самое главное, что у специалистов есть желание помогать ребятам и улучшать качество лечения. Поэтому все желающие, которые непосредственно хотели бы поучаствовать, мы рады, будем помощи любой, потому что, к сожалению, ребят очень много, и сейчас ребята идут уже повторно, да, второй, третий раз проходят профилактические лечения, и нам очень важна поддержка и правильное оборудование. Поэтому, если есть желание, наши контакты всегда есть, и мы с удовольствием посотрудничаем. Пожалуйста, в интернете можно, я так думаю, найти и вашу группу, и организации, все реквизиты. Если есть желание, есть возможность, всегда двери открыты для помощи. Это самое благородное, что может быть, наверное, в человеческой жизни. Валентин, вот к вам хочу обратиться. Вот, да, до эфира немножко контактировали, и вот получается, что вы тот человек, который, слава Богу, жив, здоров и пролечен, скажем так, да, то есть кусочек здоровья уже вам вернули, дальше будут еще, оно будет множиться. Вы изнутри знаете, что необходимо. Вы, ваши товарищи, вы можете высказывать свои пожелания, допустим, тем, кто помогает, да, тем, кто может купить какое-то оборудование, купить какие-то лекарства, просто прийти помочь, я не знаю, чисто психологически, да, поговорить. То есть у вас есть контакт не только с волонтерами, а может быть с людьми, которые просто хотят помочь? Как, да, это очень происходит? Много, очень много я наблюдал таких людей, когда лежал в Одессе сразу же после ранения. Приходили так же, как и волонтеры, так же и обычные психологи, которые, ну, помогали морально. То есть постоянно проводили беседы,
была там девушка одна, Вика, тоже ей спасибо, она как, ну, старалась постоянно отвлекать от этого всего, как бы, как только, ну, поступил в госпиталь, ну, сами понимаете, тоже после всего пережитого, как-то оно, такое ощущение, когда вот бахает фейерверк, такое ощущение, что хочется под кровать спрятаться, а вот она постоянно приходила, ну, не каждый день, но при возможности постоянно общались, разговаривали, ну, то есть... она как бы снимала такое моральное напряжение, то есть, ну, еще были много людей, когда тоже приходили, ну, можно сказать, тоже волонтеры, они постоянно тоже, как только поступил, тоже сразу на следующий день приходили, сразу при, там все необходимое, был же такой курьезный случай, когда, ну, был еще в таком лежачем положении, то есть не мог из кровати встать. Вот, и пришли волонтеры, а со мной лежал тоже там товарищ с Яворова, ну, с 24-й бригады, этот, и лежит, ну, что необходимо, я говорю, нет, спасибо, ничего не нужно, ну, как-то, оно, с одной стороны, даже так было слегка непривычно, так, ну, сразу, ну, да, сколько внимания, что да, нужно, вот такого да, плана, да. Я говорю, да, спасибо, ничего не нужно, а он такой говорит, принесите ему костыли, и, да, говорю, ничего не нужно, говорю, принесите костыли. А потом уже, ну, буквально минут 5-10 сразу принесли, и на следующий день уже гонял по коридору. Ну, ну вот тоже, да, а важно, по поводу Николаева тоже, то есть... Вот знаете, что вот насчет Николаева, да, смотрите, вы же можете сравнивать, вы были в госпитале в Одесском, да, вы были в нашем госпитале, вы общаетесь с ребятами, которые лежали в других медицинских учреждениях, вообще, насколько обеспеченность, то есть это все, ну, допустим, то, что обеспечивают лекарствами, медоборудованием, это большая часть все-таки вкладов волонтерских организаций, общественных организаций, спонсоров, ну, скажем так, да, назовем этих людей так, которые помогают, либо все-таки обеспечение, какая-то материальная база есть большая в наших госпиталях. То есть можно сравнивать? Ну, можно. Не будем никого обижать, да, да, не будем, да, где-то никого... очень хорошо, а да, где-то когда... совсем плохо, но да, все-таки когда... такое сравнение небольшое проведем. В Николаевском госпитале, конечно, я не лежал, но когда был в Одессе, то врач сам зашел, говорит, ничего не этот... Не, ну, не заказывайте у волонтеров лекарства, ничего не заказывайте. У нас есть все необходимые лекарства для того, чтобы поставить вас более-менее на ноги. Потому что мотивировалось это тем, что были... Это военный госпиталь. Да, да, военный госпиталь, но мотивировалось это тем, что, как мне сказал врач, что, возможно, ну, они же не знают, в каких аптеках они все это покупают. То есть были какие случаи, ну, тоже, когда могли быть, прийти, да, там, допустим, даже ту же самую пищу, когда волонтеры приносили... Ну, по лекарствам, засланные быть, такие да, люди были, это... которые, да, типа под волонтера приходили, и были случаи, когда, ну, к сожалению, травились ребята. То есть, ну, это к сожалению, да. И ну, потом, это должен быть засланный уже человек, когда... может быть, некачественная пища, ну, здоровой душой. Это, ну, можно по-всякому, конечно, да, подумать, но были уже тогда, на то время, проверенные люди тогда в Одессе, вот там волонтеры были, там... Один из них старший брат нашего товарища Сергея. Вот, уже, ну, то есть уже как бы наладили контакт, они постоянно приходили, тоже помогали. Уже там ближе к выписке, там, когда приходили, мы говорили, идите там в такую-то палату, там ребята только прибыли, им нужнее вот такого плана. То есть то тоже вы знали. Вячеслав Валентинович, вы человек, который... Ну, волонтером назвать трудно, просто человек широкой души, человек, который понимает и сочувствует. Сочувствует человеческому горю, сочувствует детям, сочувствует взрослым, и появляется и помогает там, где это нужно. Вот вам я хочу задать такой вопрос. Вы директор большого предприятия, вы бизнесмен такой вот... Большой, достаточно большого, да, то есть понятно, это может быть не какой-то там суперхолдинг, может быть какой-то вот в мировом масштабе, да, но это достаточно большое, хорошее, работающее предприятие. А вы общаетесь со своими коллегами по бизнесу, допустим? Вот много таких людей, которые сами не ждут чего-то там, что-то ко мне пришли, попросили или написали мне какое-то заявление, да, та же организация, допустим, общественная, а сами вот оттуда помогают, просто потому что иначе не могут. Знаете, конечно, безусловно, хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Это однозначно, потому что можно бесконечно
рассказывать о том, что государство кому-то что-то должно, можно бесконечно рассказывать о том, что там я там заплатил налоги и все. Вот. Но тем не менее есть факт, мы живем в тех реалиях, в которых есть, и если бизнес будет отворачиваться от помощи, да, то и вот эти пацаны, они тоже могут сказать, там не пойду я защищать. И Ольга тогда не будет помогать всем раненым и страждущим, а будет заниматься только своим мужем. И то есть вот этот принцип «моя хата с краю», ну, он ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, безусловно, только совместными усилиями, когда каждый делает то, что у него получается лучше других, можно добиться какого-то результата. Скажем, среди моих знакомых, с кем я общаюсь, и из других областей, был даже мои коллеги, собственно говоря, и с той стороны, когда только еще начинал это движение, они по центральным каналам. Это увидели меня, позвонили, говорят, Слав, мы там чуть-чуть денег перекинем, поможем, только ради бога, нигде никак не высвети, потому что нам не поздоровится, потому что они остались с той стороны, но при этом достаточно патриотичны, да, и то есть, если бы не было таких людей, то мы, наверное, и этот год уже не устояли бы. Есть военнослужащие в других областях, то есть мы не только Николаевская область уникальна тем, что защищает, воюет, это касается всех, всей вся Украины. Украина воюет. Естественно, и у вас, как у нашего союза военнослужащих, и у вас, как у общественной организации, есть связи с подобными союзами и организациями в других областях. К вам и к вам вопрос начинает, кто хочет, вот, как это все выглядит. Коротко, но емко. Взаимосвязь? Да. На самом деле все очень просто. Если есть какая-то потребность, и мы не в силах ее решить здесь, берется телефон, звонок, и по методу, скажем так, да, тыка, у кого что есть, собирается, обзванивается и присылается. Мы очень часто взаимодействуем между собой. То есть, опять-таки, если есть что-то у меня, да, я готова этим поделиться, я пересылаю, точно так же и работает вся Украина по этой системе. Взаимосвязь волонтеров на самом деле очень сильна, и это радует, потому что мы все едины. И радует, безусловно, то, что мы, не видя друг друга, ощущаем поддержку. То есть неважно, среди ночи этот звонок, ранним утром, да, или поздним вечером, в любом случае я знаю, что там снимут трубку и мне помогут. Слава Богу, я же говорю, у нас Украина полна патриотами, которых мы не знаем, но уже очень искренне любим друг друга, поддерживаем. И если нужно, мы пойдем король друг за друга. Военное братство, ну на всю жизнь. То есть если кто-то служил в армии, даже в мирное время, да, то зачастую эта дружба, эта взаимопомощь, она продолжается до конца жизни, скажем так, тех ребят, которые подружились именно в армии. Когда это происходит в военное время, когда это происходит там, где опасность... потерять жизнь просто вот выйдя за порог, да, или сделав следующий шаг, это, наверное, обостряется еще больше. Потом в мирное время опять же продолжается эта дружба и взаимопомощь. Вот союзы, как военные союзы между собой, вот союзы очень военнослужащих? Хорошо. Ну, мы одни, наверное, из первых, кто создали организацию в Украине. Вот, и... За вами пошли? Пошли, да, вот в Харьков я отсылал, помогал им с оформлением документов. Чтобы они юридически правильно оформились в Харькове, в Запорожье вот, сейчас уже, да, ребята что, тоже, что, мои что, же ребята, которые есть, служили, да, со мной. Вот, да. Что входит в ваши обязанности? Ну, у вас же есть устав, естественно, и какой-то, да, перечень, допустим, того, что вы в обязательном порядке предоставите. Не чисто по-человечески, а как организация. То есть у вас, наверное, есть юристы, да? Кто-то, да. Ну, большинство, большая часть информации сейчас у меня уже в голове. Да. Вот. Я был на реабилитации и там общался с девочкой. Вот. Ну, она много принимала солдат уже, много с кем общалась, и говорит, ну, пообщавшись со мной, говорит, ты, говорит, первый, кто знает на все ответ. Uh-huh. Говорит, почему так? Я говорю, ну, не знаю, ну, потому что, наверное, я переживаю за своих солдат, и у нас очень много было проблем за это короткое время, вот. И пытались все-таки добить до конца каждую проблему.
Минута останется, даже меньше. Хочу спросить, насколько за этот год все-таки поменялось отношение к вашей работе? Оно поменялось или остается таким же, как в начале? Если поменялось, то как? Коротко, ну, можно... Я к волонтерам обращаюсь, к общественной организации. Поменялось отношение к жизни, поменялось отношение к ценностям жизненным. Волонтерство – это не работа, да, это часть души, это, наверное, призвание более. Это болезнь. Любовь, это любовь, да. Ну и все-таки это тяжелый труд, потому что если не трудиться, ничего не будет. Это очень тяжелый, да, но тем не менее нет ничего невозможного, да, то есть если мы сами себе ставим преграды, соответственно, мы не добиваемся цели. Нет преград, есть вера в победу, есть вера и любовь в нашу страну. Есть замечательные, сильные ребята, которые, безусловно, добьются перемоги. Вот, поэтому мы должны держаться, мы должны верить, мы должны быть сильными, крепкими, и мы должны быть патриотами своей страны. Спасибо большое, достойное завершение нашей программы. Я благодарна вам за то, что вы были в нашей студии сегодня. Приходите к нам еще, и я уверена, что мы будем встречаться здесь. И самое главное, что я уверена в том, что мы когда-нибудь встретимся по очень радостному поводу, и мы все знаем, какой это повод будет. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Залишайтеся з телеканалом Миколаїв, а я прощаюся з вами до наступних зустрічей на нашому телеканалі.